Вячеслав Солодухин, добро пожаловать в Казань. Большое спасибо. Вот вы уже здесь неделю. Как в команде дела? Как вы себя ощущаете внутри коллектива? Ну да, уже практически неделю здесь. Да, освоился, осваиваюсь потихонечку. Ребята, кстати, хорошо, кого-то я знал. Вот где-то пересекались, как бы. Ну, конечно, приехал, сразу все обустроился. Так, еще не до конца знаю все нюансы базы, потому что, как бы, огромная она, как бы, все там организовано, все здорово, еще не все уголки обошел. Вот, а так все в порядке, вот вливаюсь потихонечку. Не надеялся, что уже в первой официальной игре выступить против питерского СКА? Ну, это зависит все от тренировок, как бы, я не думаю, стараюсь, работаю, тренируюсь, как бы, а там уже зависит от тренерского состава, поставлю, с радостью сыграю, конечно, хочу как можно скорее начать играть, но это зависит от тренеров, они посмотрят, решат, как лучше для меня, для команды. Ну, как ты ощущаешь вот этот вызов для тебя, какой-то жизненный, исторический, карьерный? Безусловно, это вызов для меня, это для меня шанс огромный оказаться в такой команде, как Акбарс. Я считаю, это шаг вперед, да, и тут все будет зависеть от меня, как я использую этот шанс. Вот, а так с новыми силами, да, перевернул то, что было, страничку ту, что в этом сезоне, как бы, что-то для себя хорошее запомнил, плохое откинул. Вот, стараюсь смотреть вперед, думаю только о будущем.